Десятилетия спустя после убийства останки Патриса Лумумбы будут наконец захоронены в его мемориале, который строится в Киншасе. Бельгийские власти вернули Демократической Республике Конго зуб национального героя, борца за независимость африканской страны. Гроб, покрытый конголезским флагом, был доставлен к посольству ДРК в Брюсселе. Премьер-министр Бельгии вновь принес извинения, уже прозвучавшие в 2002 году, когда Брюссель признал свою ответственность за гибель Лумумбы и ее последствия. Это ненормально, что останки одного из отцов основателей конголезской нации хранятся в течение 6 десятилетий при невыясненных обстоятельствах, и нам тут нечем гордиться. В 2020 году бельгийский король Филипп выразил глубочайшее сожаление по поводу ран колониального периода. На церемонии передачи останков присутствовали премьер-министр Демократической Республики Конго и дети Патриса Лумумбы. Джулиане было всего 5 лет, когда ее отца не стало. Отец, а теперь возвращайся домой. Первый премьер-министр бывшего бельгийского Конго, ставшего независимым 30 июня 1960 года, Патрис Лумумба, симпатии которого к СССР вызвали всеобщую тревогу, был свергнут в сентябре в результате государственного переворота и в январе казнен сепаратистами из района Катанга при поддержке бельгийцев. Его тело, растворенное в кислоте, так и не нашли. Один из бельгийских полицейских, причастных к исчезновению тела, сохранил 2 зуба в качестве жуткого сувенира. Он во всем признался 4 десятилетия спустя.